Игорь Николаевич, расскажи, куда мы поедем вообще и для чего? Мы сейчас выдвигаемся в город Краснодар на самую крупную сельхозвыставку, которая проходит в России. Познакомимся с производителями продукции, мы будем им предлагать нашу продукцию, соответственно. Будем знакомиться и общаться, я думаю, все принесет плоды. Я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. Ой, ой, та-да-да-да-да. Немножко закипели. В какой-то момент загорелся датчик температуры. Трассу М1. Ой, какой М1, М4? М1. Господи. В общем, непредвиденные обстоятельства вмешались в нашу поездку. Сейчас мы должны вынуждены посетить местный автосервис для небольшого ремонта. Друзья, мы наконец-то приехали в город Краснодар на эту чудную выставку. Сейчас пойдем, будем все смотреть и знакомиться с нашими потенциальными заказчиками. Погнали! На международной выставке «Юг-Агро-2022» 600 отечественных и иностранных компаний показали новинки техники, технологий, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. Игорь, понравилось? Слушай, да, интересный конвейер телескопический. Хочу подсмотреть идеи, может быть, реализуем на себе. С Игорем Николаевичем идем по красной ковровой дорожке. Как на международном кинофестивале. Да, сейчас найдем пару компаний, которые занимаются производством удобрений. Пообщаемся с ними. Угу. И уже будем сворачиваться потихонечку. Некоторые павильоны просто невероятно красиво смотрятся. Прям притягивают внимание. Игорь Николаевич, как насчет покупки? Дрона? Да. Я думаю, он будет стоить раз в 5 больше, чем кукурузник, поэтому остановимся на кукурузнике. Ленточные конвейера производим. У нас есть склад ленты конвейерной, нарийной ленты. Thank you.
уважаемые наши зрители, вот и подошла к концу наша поездка по посещению международной выставки ЮКАГРА. Я надеюсь, что мы, я уверен, что мы найдем общие точки соприкосновения с нашими потенциальными заказчиками и будем полезны друг другу. Ну а теперь мы отправляемся в наш родной город Сергиев Посад. Поехали! Огромное спасибо за то, что досмотрели сегодняшнее видео до конца. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал Комтехгрупп, оставляйте заявки, связывайтесь с нами. И до встречи в новых видосах. Пока! Пока. Это лото, лотерея. Руку туда засовываешь, и все.